Вопрос только, это швей Бриут добавляет Бриут или убавляет? Больница Дасенкер. Сейчас Стас вам покажет, как надо заезжать. Элементарно. Поехали. Или будем ждать, пока вода появится. Энтомар, следующий источник. Опять, увы, без воды. Суровая летняя израильская история. Хорошее место для привала, но рановато. Жареный в меде. Ух ты. Ну гуляй. Не, ну тут по деревам хорошо будет. Это место мы учтем для планировки следующих маршрутов. Следующий источник Эн-Од. Здесь есть вода, правда, она такого цвета, что купаться совсем пока не хочется. Будем ждать, пока она стоит. Купаться, ребята, купаться, пожалуйста. Даже рыбы есть. Значит, говорит о том, что вода еще не совсем испорчена. Ну что, если желающих купаться нет, я так вижу, что нет, поехали да. Улыбочку. Ах, молодец. Берите шашлык, сделаем по дороге. Тандем, тандем. Крутитесь быстрее, Боря, вы в гору идете. Стасик сачкует, сачкует. Красиво идете, прямо строим. Любо дорого посмотреть. Не говори. Прямо. Никого, все на месте.
негде обойти. А счастье на лице. Ну, Саша стоит. Игорь, там прикольно в этой фигне. Там потом... такой подъем куда-то. Типа, это что древнее там? Стоп, вот из тех фигней был идет он. Энлован, белый источник, самый большой из тех, что мы встретим сегодня по дороге. Полно народу, не знали, будем купаться. Энлован, нижний бассейн. Это верхний бассейн. Миш, ну оставишь ложечку. Что значит оставишь ложечку? Сейчас я... А, есть стакан? Вам еще не пиво пить? Когда? В конце маршрута. Я... Что-то я не знал. А как? Звуки такие. Пш-ш-ш. Холодная вода, надо же. Я сказал стоять тебе. Я был как-то. Только они. Все собачки. Вот так вот нарисовано, но рядом с ними вдруг самолет пролетает. А потом ученые ломают голову. Молодцы, поехали. Куда ехать? А надо? Давай сюда. На него. Да? А ты проверяешь? Да. Огласовки не забудь. Верен я уша. Дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. А вон монах. Ненавидящих нас. Ты проверяешь? Боже, да. Не репетируй. Сотвори милость с отцами нашими. Да, ты дебат. Да, ты дебат. Да, ты дебат. Добавил скорость, стал сбавлять скорость на повороте, в моросящий дождь. И я вдруг первый раз в жизни. Как 200 грамм? Алина, ну 211 стакан.